друзья, всем привет! Давно не выпускал ролики, в связи с тем, что, ну вот, накрылся. Что там, решил я его сам отремонтировать. Тут много видеоматериалов скопилось. Вот, пора выпускать ролики. Как он накрылся, выдает ошибку системы охлаждения. Посмотрел в интернете, в принципе. Ну вот, разбирают, люди сами меняют термопасту и смазывают кулер. Купил термопасту в Денесе сегодня. Знаю, хорошая, нет, проверим. Силиконовую смазку для кулера взял. Вот сегодня чуть-чуть разобрал уже процесс. Как тут? Открутил у нас вот эти все винтики. Снял. Кстати, модель Ноута 15N054, СР модель Ноута. И вот продукт. Вот этот можно найти в интернете. Так, раскрутил тут все шурупики по периметру, все вытащил сидером, снял клавиатуру. Вот она у нас тут такая клава, шлейф тут, шлейф снимем. Так, и вот само загрязнение. Посмотрите, как все грязно, что тут только нет. Цель добраться у нас до вентилятора кулера, как я понял, он у нас не крутит. Поменять термопасту на процессоре и, наверное, на видеочипе, потому что здесь видеокарта дискретная. Если вы этот ролик смотрите, значит, я ноут как бы починил и видео залил в YouTube, поэтому вы смотрите этот ролик. Ладно, будем продолжать. Так, процесс идет потихонечку. Все, здесь пыль убрали. Сейчас снимаю промежуточный этап. Вуаля. Вуаля. Так, ну вот вся материнская плата. Наш кулер вообще не крутится, ребят. Вообще не крутится. Полностью забит. Смотрите. Вообще не крутится. Сейчас хочу показать вам, сколько здесь пыли. Все забито. Смотрите. Сейчас я пылесосом уберу это. Просто ужас. И пыль везде выспалась. Ребят, вот весь компьютер. Короче, снял плату я. Разбирать потроха. Так, сняли систему охлаждения. Вот у нас процессор. Микрофончик. Ладно, будем дальше смотреть, что у нас здесь с кулером. Схемки почистили, так они выглядят. Вот сам процессор без обозначений. Нам повезло, у нас вентилятор оказался разборным, как он был. Лопасти я просто снял. У нас катушечка там, термопаста неоднородная какая-то, то водичка из нее льется, то густота выходит. Вот она, густой пластил. Ребята, все, компьютер запустился, вентилятор работает, холодненький, пока я его не собирал. Все крутится, воздух чувствуется, идет холодный. Два ядра, температура простой. У нас два ядра, 4 потока. А и третий 3217 у Ivy Bridge. Архитектура, температура, вот она,